комик и полуфиналист реалити-шоу «Холостячка» Андрей Рыбак поделился своим неудачным свиданием, с которого он просто сбежал. По словам актера, однажды он назначил свидание девушке в кафе, на которое она пришла не одна, а с подружкой. Парень был уверен, что вторая девушка просто поздоровается и оставит его наедине с потенциальной возлюбленной. Но все пошло не так. Девочки начали общаться между собой, и это общение затянулось. Андрей пытался вставить свои 5 копеек, но это было неуместно. К тому же девушки его игнорили. После получаса общения между подружками и полного игнора Андрея к их столику подошел официант и принес заказ, который подружка девушки сделала заранее. Это окончательно вывело из себя Андрея. Он решил уйти и не мешать подружкам общаться, а также оплатил только за себя. Также Андрей Рыбак отметил, что у него были свидания, где девушки не заценивали его чувство юмора и обижались на шутки. Но такие ситуации он поскорее старается забыть. А с вами была Сплетница. Всем удачных свиданий. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Впереди вас ждет еще очень много интересных новостей.